Звонки от злоумышленников, интернет-мошенничество. Все это уже не в новинку, и все же отлично работает. Сотрудники полиции постоянно напоминают жителям о бдительности. Таким образом, выведывают и просят вас сообщить ваши персональные данные. Никогда никто ни при каких обстоятельствах не будет спрашивать ваши коды, ваши пин-карты, ваши номера карт. Если вы сомневаетесь в данной информации, в любом случае ее нужно проверять. Нужно позвонить в полицию, уточнить, есть ли такое, имеет ли факт такой быть, и существует ли вообще такой сотрудник. Новые уловки по старым схемам. Для профилактики таких случаев в округе проводят специальные акции. Информационные памятки помогут детально разобрать методы злоумышленников. Хочется обратиться, конечно, в первую очередь к детям, к внукам. Пожалуйста, проведите работу со своими родителями, со своими бабушками, дедушками. Еще раз повторите информацию, которую сегодня вы услышали. Расскажите о том, что ни в коем случае нельзя передавать свои персональные данные. Ни в коем случае нельзя переводить средства со своих карт. Важно помнить и о том, что противоправные действия несут за собой уголовную ответственность, а пострадавший имеет право на возмещение ущерба. После раскрытия преступления у каждого гражданина имеется право обратиться с требованием к лицу виновному в совершении преступления о возмещении причиненного ущерба преступлением. Это все в судебном порядке. Сотрудники полиции напоминают, если вы стали жертвой мошенников, без промедления обращайтесь в правоохранительные органы. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».